Снова здравствуй, зритель. Как бы ничего такого сверхпримечательного тут нету. Но что-то меня вот вынес черт в такую слегка погоду снежную немножко. Ибо снег идет. Заснять вот это вот. Все, как-то ноги не доходили сюда дойти, пока снегом все не замело. Как бы тут спуститься-то, блин. Вообще, может быть, надо какой-то режим был настроить, но я в перчатках, перчатки снимать неохота. Держу на перчатке, в смысле на руке с перчаткой. И оно, возможно, ну, хотя у меня очки темные, хрен знает, может быть, слегка темнее. Более синий такой цвет передает это все. А на самом деле оно более такое, эти деревья более коричневые. Ну, так мои фотохромные очки показывают. ХЗ. Так смотрю. И вроде вот цвет этого гаража передается так, как надо. И в очках, и без очков. Но я не рискну сейчас тут ни на нижнем полушарии ехать, ни уж тем более спускаться. Хотя, возможно, тут где-нибудь можно спуститься и безболезненно. Но вот только место, которое когда-то было гаражом, которое сначала принадлежало моему дедушке, где стояла лодка, потом принадлежал другим моим родственникам, чуть менее ближним, ну, как бы ближние родственники, но чуть подальше, чем дедушка, допустим, да? Потом принадлежал еще какому-то человеку, а потом случайно сгорел. Вот уже разобралось тут все. Я еще запомнила, помню, фраза такая была. У кого-то, значит, как бы трагедия, да, вот что-то сгорел гараж. Мало ли, что там было. А другие люди говорили между собой. Я даже на телефон вписала, пока услышала. Видать, сработала функция, когда я писала еще сказки у костра на Углич.ру и статьи в Угличскую газету нештатникам. В смысле, в газету нештатникам, а так уже по собственному желанию. Местами по просьбе трудящихся, по запросу. Как же там фраза такая была, что, ой, наверное, этот металл, это железо-то, наверное, не сдашь металлолом, типа не примут. Я еще пока сидела, думаю, люди переживают, что у них там что-то сгорело, а другие думают, как бы заработать на том. В общем, как бы заработать на чужом горе, скажем так. Но вообще люди тут, в принципе, вполне вменяемые. Вот просто иногда, видимо, встречаются те, которые жаждут подзаработать. Я приблизила немножко. Ну как немножко, практически на ладони. Тот берег, на который все никак не дойду. Там, по ходу дела, какая-то страшная штука треугольная прямо из этого, из льда стоит. Короче, это страшная треугольная штука внезапно. Не приблизила, не увидела бы. Не знаю, как вам, а мне немножко жутко. Вообще человек прошел, скорее всего, женского пола. Все же мало стрёмно, когда кто-то видит, как ты говоришь на камеру. Так. Направо пойдешь, туда попадешь. Прямо пойдешь, еще куда-то попадешь. Блин, я-то надеялась, тут людей не будет. Тут еще как минимум один человек ощивается.
Вообще. Так, не показать. Вон на той стороне, которую я сейчас снова приближу. Когда-то мы мелкие сестрой ходили. Может быть, даже не только сестрой. Но никогда снег был. Вот и там даже есть спуск. Вообще раньше был мостик, соединяющий то и это. Потеряла, где она там лесенка. Но сейчас не знаю, есть ли этот мостик. Так, где эта страшная штука? Вон она, страшная штука. Ужасная штука. И куда пойти-то дальше? Еще один человек. Так, не туда. Прям третий человек за несколько минут. Так, пока заткнемся.